привет, всем здрасте. Москва, улица Мясницкая. Да, погода вообще, снежок у нас пошел. Что это за хрен такой? Ле Корбюзье. Видишь как? Это у нас Росстат государственная. Дом 39. Короче, утром я там видосик снимал про тараканов. Теперь едем обратно. Были в социальной защите. Ну, короче, тема такая, что звонили туда, звонки переводят на юристов. Вот, это больно любезные там. Где вы, да вы как вам? Давайте я вам сейчас расскажу, как доехать. Я говорю, что-то неспроста, блин. Ну, так оно и есть, как везде. Первое. Блин, какое милое здание-то. Первая консультация, как везде, бесплатно, а потом сразу намеки там. Ну, не, ребята, вы так ничего не решите. Везде бабки нужны. Блин. Вот. Ну и что, поговорили, посмотрел он документы. Мужик толковый, да, такой подбитый, со связями видно. Он говорит, ну, в общем, говорит, дело тухлое. Говорит, все это под копирку, говорит, лепили. Говорит, как всем, вот у вас одинаковое там решение суда. Все это дело, говорит, понятно. Говорит, это строительный интерес. Вот, и все такое. Ну и впрямую, блин. Ну сколько? Он говорит, ну сколько вы думаете? Ну мы, ну не 20 же тысяч, ну что вы. Короче. Говорит, порядка 240 штук сноса срыла. Вот. И говорит, заключаем договор. И я даю 90, почти 9%. Что будет дело сделано по вашему, ну, на вашей стороне. Посмотрите, какой красивый дом, да? Я все с рук, поэтому бегом. Сашка убежал туда. Вот, он все-таки решил на проспект Мира двигать туда. Вот, ну я делаю вывод какой. Я говорю, не, я сразу говорю, у меня бабок нет. Я говорю, нахер, говорю, мне что, в долги или что ли, в кредиты? Попытался, говорю, давайте, говорю, ну, то есть под цену в ту влезем. Он говорит, не, так дело не пойдет. Ну, может, он прав, конечно, и прав. Вот. А Саня говорит, я поехал на проспект Мира в эту контору социальной защиты настоящую. Посмотрели там в интернете. 14-й дом, по-моему. Вот. Я говорю, я уже не верю ни хера. Потом надо с утра все дело делать. Заранее записываться, все узнавать. Мясницкая, 35. Сейчас мы переходим. Слева будет метро. Боровицкая. Вот, и я двигаю домой. Вот оно метро. А, чистые пруды, господи. Это мы на Боровицкой переходили. Это чистые пруды. Вот такая сейчас Москва. Сегодня 30 октября. Вот. Короче говоря, посмотрел на документы, говорит, и намекает, типа, блин, ребята, берите то, что есть, это вообще станет хреном, блин. Сами, не, я буду там до конца. Я говорю, да херню, говорю, система, блин, так построена. Или бац, плати. Видишь, как все закручено, блин. Вот так вот. В стране в нашей мы в РФ и любим, блин, своих граждан. Я
Я домой. Сейчас продолжим. А, Сашка светофор ждет. Вообще место красивое, Москва. Вот мне нравятся вот эти старенькие переулочки. Их много в Москве. Блин, они такие умиленные. Вот еще с тех времен. Вот походить мы раньше с Андреем Николаевичем частенько ходили. Путешествовали по Москве. Есть очень интересные места. Вот. Ну, кому как. Я... У меня такое понятие, как бы, больше такое деревенское, фишка деревенская. Где он там? Вон он. Короче говоря, вот такой вот видосик. Я там еще приеду сейчас, может, на Дмитрия Донского продолжу. И все, наверное, вот такой будет сегодня видос. Короче, едем домой. Сашка решил все-таки на Проспект Мира. Я его отговаривал. Нет, блин. Я говорю, ну что ты скажешь? С какой-то мелочью или тебе подсунут. Остальное они вроде как исполнили по закону. А закон там сделан так, что... Не знаю, сейчас надо будет приехать и подумать еще. Переход на библиотеку Ленина. Чисток прудов. Там уже домой. Ну, концерт по заявкам своих подписчиков. Библиотека имени Ленина. Ну да, Ленин и сейчас живее всех живых. Ленин жив, жил и будет жить. Да. Сейчас у нас на Боровицкую переход. А там наша ветка серая. И полчаса метро. Скоро она будет красная. Скоро красная, да, сокольническая. Ну, херны. Нет. Возможно. Ой, рябина кислая. Ну что, морозиком не вдарило. Скоро вдарит. Вон у нас снежок уже сегодня. Ну такой снежочек у нас. Не первый, второй уже. Сейчас осень догонит свое. Короче, возвращаемся домой. Дмитрия Донского. Маршрутки там быстро ходят. В общем, вот так вот сегодня съездили. Че? Ща идем. Вон там маршрутка. Вон Михалыч это место знает. Михалыч, здорово. Он как раз здесь я тебя подальше немного встречал там. В общем, подведение итогов сегодняшней поездки. Примерно вы и так уже знаете, да? Везде на бабки разводят. Знаете, везде. То есть социальная защита. Главное, чтоб понравилось, как бы. 98%, говорит, я вам даю процентов гарантии в них. Вот, что дело будет в пользу вас. И вы получите то, что хотите. Вот. Если мы это дело не сделаем, то я деньги ворачиваю вам обратно. Солидно? Вот это солидно. Это значит, что люди уже конкретно знают. И это, видимо, уже не первый раз. А так, ну вот, понимаете, мы в тяжелом финансовом положении. Да понимаю, сейчас так все живут. Да, сейчас так все, многие, да. Идем. Вот. Ну вы займите кредит, возьмите. Всего-то, блин, там 200, там, на двоих полляма. Вот, я вам сейчас банк даже подскажу, какой. И понесется. А потом договора такие составляют. Запятую не там поставят, помните там, казнить нельзя, помиловать. Говорю, еще ты будешь должен, ё-моё. В общем,
Я не знаю, не знаю. Сашка, он тоже поехал домой. Завтра сходим еще к адвокату. Что он там еще посоветует? Хотим письмо направить. Просто, ну, тоже бабки платить. 1500, блин. Вот, а по лучшему счету, по мне бы, если бы не воняло говнищем там в этой квартире, которую где-нибудь там дали. Да, 885. Покури пока, он только приехал. Покури, да. Вот. Я бы сейчас уже бы ее, может быть, даже продал. Ну, по крайней мере, уже документы были бы готовы на собственность. Вот. Ну что, я по-любому надо куда-то сюда. Вот. А будь еще чуть-чуть на лям подороже, если бы можно было бы сыграть, после ремонта, после отделки впарить, то я бы еще квартирку маленькую взял или домик. Я как раз присмотрел. За 650 штук можно всего лишь на берегу черного-черного моря. Вот. На одном интересном местечке. Такое уютное местечко. 650 тысяч. Вот, там и квартиры, кстати, недорогие есть. Ну, есть-то оно есть. И желание есть. А вот того-то, что шуршит со кошельками. Того нету, никогда не хватает. Ну ладно, возвращаемся домой. Вот такой вот дочек. Каламбурно все, сбивчиво. Ну, прикольно. Так, ну что, ехать нам сейчас, ну, минут 20. Блин, погода вообще снежок, ветер прям зябкий. Вот, и храм Параскевы Пятницы. Да, старый намоленный храм. Какая там благодать, иконы старинные, блин, вообще, я сколько раз там бывал, просто... Там просто заходишь, ну, как в музее. А там аура такая, она приятная, намоленная. Вот, так что вот отсюда, с этого сюжета, наверное, будем заканчивать. Всех благ вам, всего самого наилучшего, друзья. Пока.